В минувшее воскресенье в Тейкове погиб ребенок. 9-летний мальчик во время прогулки с друзьями взобрался на крышу гаража и схватился за провод линии электропередачи. Происшествие случилось на улице Шестагинской в районе детской поликлиники. Ребенок скончался на месте. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия действием должностных лиц, в обязанности которых входит обеспечение техники безопасности, а также ответственных за соблюдение технических условий и эксплуатацию электрических сетей, будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.